И когда он сбегал в Америку, он был уверен, что будет или как минимум жить там на широкую ногу. У него там уже была вилла, у него там была семья, у него были счета. За 7 миллионов долларов, да, купил? За 7 миллионов 450 тысяч. Налички, да? Ну, это были не наличные, это перевод денежный. Просто это был, имеется в виду наличка в том плане, что не нужно было брать ему кредит. В Америке что-то покупается в кредит, а у него были деньги. Комика какого-то, да, американского купил? Эдди Мерфи, что ли? Нет, этот дом был в аренде у Эдди Мерфи, когда он снимался в каком-то фильме. А дом принадлежал там какой-то структуре коммерческой. То есть он был на продаже просто.